Всем привет, дорогие друзья, на связи Рэй, и сегодня мы продолжаем проходить игру Гипс. У нас, как обычно, война с зомбарями. Не дают они нам ни проходу, ни вздохнуть, ни глотнуть, ни нырнуть, ни взлететь. Ничего не дают. Ну-ка, черт, не успел взять винтовку. Вау-вау-вау, курочка, а ну-ка отвали. Так, хорош, ребятушки, хорош, потихоньку, давайте. Ой, взрывчатка. Так, в смысле, ага, здравствуй, Джейсон. А это что за пенек? Опять ты тут лазишь? Ёлки-палки, да что ты встал там? Снайперку не могу взять, а? А я ее не понял, я что, не взял ее, что ли? А, не, взял, взял, все нормально, ребята, все пучком. Иди сюда, червивый глаз. Так, ты-то можешь не орать. Блин, что-то быстро больно кончилось, у меня винтовка-то снайперская. Так, иди сюда, поганец. Вылази. Дай-ка я тебя накумарю немножко. Так, хорош, завязывайте со всех щелей-то вылазить уже. Надоели, в самом деле. Так, смотрю, там мачеточка лежит. Ну, ничего страшного, мы ее потом подберем. Хотя, зачем она нам нужна? Нам бы сейчас выжить здесь, ребята. Хотя я даже не сомневаюсь, что мы выживем. Да задолбал ты уже, харкоплюй. Харкается тут, понимаешь, ты везде свои сопли распустил. Бегай по ним потом, а. Тихо, тихо. Смотри-ка, красная рожа. От стыда, что ли, а? Или что там? Может, он куда хочет, а? Да не может. Ну да ладно, это не важно. Сейчас вот, опа-на, нормально он меня нокаутировал. Че этот пенек такой живучий, а? Я не понял. Так вот вам нормально, понравилось? Я знаю, что понравилось. Вот видите, как вы довольны, лежите. А я в этот момент прошел уровень. Добираю монеточки. Ах, обожаю собирать монетки. Так же, как и сундучки вскрывать. Так. А, у меня такая же мачета. Че я парюсь-то? Ладно, ребят, пойдемте дальше прогуляемся. Блин, мне этот жирдяй, честно говоря, напрягает. Можно от него убежать? А, куда-то вляпался. Эти тут, смотри, червивые глаза-то присели. Ну-ка, огнемет, что ли? Ё-моё, лучше бы я его не брал. Не нравится он мне. Бум, ну вот, неплохо, а. Так, я еще сам сейчас загорюсь. Буду тратить его бесщадно, этот огнемет. Так, тихо, вот все-таки загорелся я, а. Блин. Непруха, хорош, хорош, да угомонись. Смотрите, ребята, огнемет-то его не берет вообще, а вот дробовик хорошо его берет. Да хорош уже, вы со всех сторон меня окружили. Куда ты делаешь кувырок? Как бы мне назвать, эй, своего главного героя, а? Дядюшка Рэй, как тебя назвать? Тихо! Кулаками там размахался. Блин, а я вот обожаю, когда вот они... Да что ж ты будешь делать? А, все, язык на бок. Лежит, отдыхает. А тот пенек меня раздражает тем, что он прячется под землю. Гад вылазит, когда я от него отхожу. Все, тоже язык на бекрень. Отдыхает, расслабляется. Получил свою дозу релакса, так скажем. Так, ну, как быстро я прошел уровень. Это нормально. Уровень, блин. Если это можно назвать уровнем. Комнатушку, засаду. Или еще как-то. Ну, не уровень, это уж точно. Так, хорош лежать, давай, пойдем, братишка, прогуляемся с тобой. Этот жирный сейчас напал на нас все-таки, а? Ну что же, так, три столбика у него хп-шек. Что он делает? Ну пока вроде ничего, идет на меня. Кулачище-то у него будет здорово, да? Че он там? Опа, ну он своих жрет. Ох, ты что делаешь-то, а? Ты что делаешь, маразматик? Он, значит, поглощает своих зомбарей. И в меня харкается косточками этими. Не, мне такой расклад не устраивает. С одной стороны, хорошо. Меньше зомбарей. Но с другой стороны, плеваться-то зачем? Хорош. Да успокойся ты в самом деле так, харкоплю. А в конце мне еще и череп... Еще и пнул. Да куда ты развалился-то? Ёлки-палки. Что-то я, ребята, потерял сноровку, по-моему. Он правильно мне захаркал все лицо, блин. Я даже не вижу, куда я прыгаю. Ребята, знаете, что еще я заметил? Он, когда жрет зомби, он еще и жизни при этом пополняет. А это мне не выгодно. Мне это не нужно вообще. В конце такой смачный плевок черепком. Нормально. Да угомонись. В нем нет столько костей, сколько ты плюешься. Может, ты уже своими зубами там плюешься, а? Амбал. Блин, не выживу, ребята, наверное. Не выживу, не смогу. Этот... Да он бесконечно их жрет. И достает меня с любой точки. Вот это беда. Это большая беда для меня.
Так, отвали от меня, не подходи даже близко. Ух ты, смотри, кулачками своими тут елозит. Мимо, косорылый. Сейчас я очень хорошо так стрельнул, прям, знаете, из-под полы, так сказать. А сейчас как снайпер лежал на изготовке. Так, почему у меня хпшки не... Ё-моё, блин, попал под раздачу. Что ж такое-то? Да вставай ты, блин. Ах, нет, ребят, по-моему, здесь он себе восстановил практически все хп, что я у него отнял. Он все восстановил. Не могу понять, какая тогда здесь должна быть тактика, а? Хорош, харкоплюй. Может быть, вокруг него? Да вокруг него нереально, тут они со всех сторон нападают, и в конце концов они меня зажмут, а этот харкоплюй меня заплюет. Ладно, буду бить его до тех пор, пока не умру. А умру уже практически через два сердечка. Блин, по идее, надо как-то от него уводить зомбарей, чтобы он за ними шел и подкармливался. А в этот момент я якобы должен делать перекаты и расстреливать его. Но это очень сложно, потому что, смотрите, сколько дверей. Из каждой двери они выходят, поэтому он в любой момент может подкрепиться. Дерьмо. Дерьмо, конечно, но ничего я с этим поделать не могу. О, нифига он сколько. Сколько ты черепков сейчас выпил, братиша? Ты столько не съел зомбиков своих, блин, сколько в меня плюнул сейчас. Черт подери, ребята. Отдвинул я кони. Ладно. Ну, я ему отомщу. Я сейчас только дойду до него и расстреляю. А за это время я, наверное, еще немножечко подкоплю денег и куплю какой-нибудь себе нужный скилл. Так, ну это щенки. Для меня здесь первые вот эти уровни уже даже не актуальны. Давай, подходите, подходите, ползите там на карачках, по-пластунски, как хотите. Все равно вам не выжить. Давай, 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 давай. Опа! Не ожидал? А я так лично очень даже ожидал. Так, мне кажется, или вас тут стало намного больше? Нет, мне, наверное, это все-таки кажется. Ой, все, прошел уровень. Хорошо. 242 монеты. Этого ничтожно мало. Так, а это что у нас такое тут? Мини-гейм. Мини-игра. Юху, покатаемся на зомби. А что надо здесь делать? Юху, нормуль. Отлично. Великолепно просто. А мне нравится. Только сути не пойму. Так, ну монетки-то это однозначно поднимать. А жизни нету, я не могу у него что врезаться. Видите, опа-на. Нашел себе забаву, а, парнишка. А что еще делать, правильно? Зомби-апокалипсис начался. Какие еще развлечения? Только катание на трупах. Больше я... больше я никаких развлекух здесь не вижу. Но я думаю, что если я упрусь в ящик, врежусь, то тогда я проиграл. Потому что я с него спаду. И все. А так, в принципе, неплохо, неплохо. У меня уже 280 монет. И я еще сейчас наберу. Уже почти 300. Давайте... Может быть, их таранить, этих зомбарей надо, а? Наверху я вижу полоска, отметина. Да куда мне надо доехать? Вау! Такая еще музычка веселая. Тин-тин-тин. Ностальгия по хорошим временам. Да. Ну что же. 330 монет почти. И я все еще на зомби. Я все еще катаюсь, я все еще себя развлекаю. Как он только бедный об землю-то не стерся, а? Блин, такое я видел только в трешовых фильмах, когда на зомбарях катались. А тут еще и еще и подпрыгивают на мостике. Вообще замечательно. Так. Ну что, ребят, практически доехали мы с вами до конца. Ну что ж, 400 монет насобирали, это уже неплохо, мне останется... Так, вот, мы получили 133 монеты, мы собрали, да, коин? Что-то внизу какой-то отсчет, а, это расстояние. Теперь у вас достаточно для покупок.
Угу, для покупки мне достаточно, да, значит? Ближнего боя. Пока я, наверное, не буду тратить. Дайте-ка мне эту винтовочку. Во, вот это хорошо. Это замечательная винтовка. Так, этот из-под кустов вылез. Обсели мелкий. Так, давай-ка вот эту вот. А вообще-то я его так... Нет, не получилось. Да что ж такое-то? Очень быстро кончается пуля у этой винтовки. Хоть она и скорострельная. Так, что, все? Откушали, ребята? Нет, нифига не откушали. Знаете, взорвитесь там все. Классно получилось. То, что надо, как говорится, то, что доктор прописал. Особенно вам, безногие. Так, у меня еще... Ага. Давай, 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 давай. Рубим их. В ближнем бою их лучше рубить. Надо будет, наверное, потом прокачать скилл на... Как он там называется? На критический урон или что-то такое в ближнем бою. Ну, помните. Так, а этот что, сундучок тут у меня спрятался? Итого 554 золотых. Вот это уже ближе к телу. Так, ну что, давайте... Блин, я не знаю. Давайте, знаете что? Может быть, врубить репеллент и пробежать мимо него? Как вы думаете? Так, повышение вероятности нет. Это мы уже... Я не знаю даже. Так, а здесь нужно 1000. Серия убийств из дробовика даст вам супер дробовик. Интересно, как это так будет выглядеть. Настройки эффектов одежды. Сердечко. Вот так-то оно будет лучше. Ага, тут вон эффект одежды можно было переключать по ходу дела. Ладно, мы потом с вами это проверим. Давайте на репелленте сейчас пробежим. Так, вижу еще одну. Да что ж такое, не дали даже схватить мини-задание. Мини-игру, точнее. А где все? Ага, курица, курица, курица. Тихо, тихо, тихо. Так, взорвитесь. О, хорошо сейчас вышло у меня. Так, опять этот пенек сминтявый вылез. Так, по-моему, Джейсон, да? Да, Джейсон кидается там опять. Тихо, тихонько. Не надо окружать. Курица, вали. Блин, а. Еще и оборотень. И еще один сминтяй. Так, ну хорошо, у нас тут... Тихо. У нас тут еда есть, так что мы должны выжить. Мы обязаны просто выжить. Опа, на масочка слетела. Психанул, придурок. Ладно, не беда. Как-нибудь... Тихо, тихо. Как он мощно прыгает двумя кулаками прям в репу мне, а? Тихо, давай. Опа, промазал. А я нет. Так, сейчас этот будет психовать. Уже психует. А я так понял, по этим свиньям бегать тоже нельзя. Они... Да хорош, угомонись, оборот. Вот и другой разговор. Так, куда-то удрал. Ага, бежит, 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 бежит. Все, по-моему, не добежал. Сдох. Я так понимаю, по слюням, которые выплевывают этот пенек, тоже бегать нельзя. Они ядовитые. Поэтому надо их избегать. Ну, это, я думаю, плевое дело. Так, что такое? Давайте-ка, наверное, оставлю себе эту булаву. Иди сюда, корявый. Все, отхарка... Ой, не успел добрать монетки. Ладно, давайте мини-гейм. Ну, теперь-то я знаю, как управлять этой пушкой. Йоу, подходите, ребята. Ух, сколько вас. Блин, я даже поверить не могу, что я с этой шоблой дрался в свое время и из ружбайки убивал. Жесть. Вот это мясо, вот это мясо. И монетки, главное, ко мне сами идут. Классно, вот это вот другой разговор. Вот это я понимаю, мини-игра. Просто руби, неси и наслаждайся. Давай, 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 давай. Что случилось-то? Что случилось-то, не могу понять. Ах ты, елки-палки, оказывается, оружие еще имеет свойство перегреваться. Ладно, будем знать. Да, сколько вас тут немало. С такой бы шоблой я бы, ребята, точно не справился бы. Со своим этим. Со своей ружбайкой. Все. Классно. 217 монет. Как выйти отсюда? Не пробиваю. Ага, вот, надо было сальтончик делать. Точнее, кувырок. Ну что же, ребятушки, пошлите на выход.
Так, жирного мы оббежали. Ух ты, какой-то... Да елки-палки. Хотел до госпиталя добежать. Горячего. Да не успел, перехватили меня эти маразматики. Так, червивый глаз, отвали. Оборотень прибежал. Ага, тут вся наша бригада собралась. Да ж, как так быстро заканчивается этот лужбайка-то? Так, червивый, отойди от меня. Да куда я стреляю-то мимо, ё-моё, а? Блин, я просто, ребят, не вижу, что творится в этом замесе, если честно. Еще эти ящики тут мешаются. Я бы с удовольствием взял бы вон то оружие, но я до него даже... Опа, этот псих. Псих раззадорился, ё-моё. Блин, его и не подловить главное, а? Точнее, можно, но очень проблематично. Все равно он свое получает. Так, ладно, будем бегать вокруг. Не давать... Да что ж такое, червяк этот прицепился ко мне. Все, скинул я его. Так, надо его подбить. Да что такое, не могу подбить. Успокойся, Джейсон. Иди, одень маску, не позорься. Спрячь свое лицо. Ага, я взял дробовик. Ну, теперь давай, иди сюда. Красота. Супер шотган, вот это дело, блин. Вот я так понимаю, что если я скилл-то выучил, выучить можно за 1000 этих золотых монет, что двойное какое-то там попадание я получаю именно вот этот дробовик. На 25 урон меньше рыба, камни и кости. Кстати, давайте оденем. Тот же босс плюется костями, мне как раз это нужно будет. А что здесь такое? Ё-моё. Я думал, что здесь просто домик, а тут, оказывается, и в него зашел вовнутрь. Так, курочки, ё-моё, все попали прямо в меня. Ясно. Курочки, блин, тоже. Я такую курочку даже есть бы не стал, а? Так, и этот вышел. Как обычно, у нас все по фэншую. Я бы сейчас с удовольствием этого слюнтявого бы на пику взял бы, но не дает, гад, подойти. Точнее, подойти-то он дает, но он прячется, как вы помните, в землю, и его оттуда хрен достанешь. Еще этот горилла в меня кидается, я так не пойму, чем, камнями, что ли? По ходу дела, да, иди сюда. Ага, все, я этого прикончил. Ясненько. Черви тоже тут отдыхают. Так, оборотень там что-то за толпой зомбарей спрятался. Типа его это спасет. Ой, елки-палки, а что это я раздухарился? У меня сердечко всего два. Тихо, 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 ё-моё, блин, у меня последнее сердечко. Последнее сердечко, мне нужно как-то держаться. Так, что там, опять что ли оборотень? Мне показалось. Этот сейчас псих тут. Нет, нет, только не это, только не это. Ну нафиг, не хватало еще погибнуть, а сейчас. Да не должен, ребята, не должен. Так, отлично, теперь аккуратненько идем к этому пеньку. Вот так вот его издалека. Чтобы... Ага, все, замечательно. Половинка сердечка. И что теперь мне делать? Опа, пап. Ну-ка, давайте-ка зайдем сюда. Что тут такое у нас? Ух ты, старый приятель. Е. Так, это что у нас здесь такое происходит? Гангстерская шляпа, Федора, кепка. А что они делают, я не могу понять. Монокль. А, вон, наверху пишется. В ящиках с деньгами на 25% больше монет. Да, деньги-то хорошо. Ну, вроде бы на мне монокль одет. Если смотреть по картинке, у него на одном глазу есть он. Навряд ли он будет два надевать. Так, а это мой арсенал. А вот тут зомби-репеллент, детектор зомби-серфинга, детектор пулеметной обороны и детектор кладоискателя. Это, то бишь, я так понимаю, будет по карте показываться мини-игры. Кровать. Возродитесь в пабе, если погибли недалеко. 600, а у меня нет столько денег. Стак динамитов. Перебрасывается взрывчатка, это как понять? А, перебрасываемая взрывчатка. А как это сделать? Ну ладно, закупил по максимуму перебрасываемая взрывчатка. Хм. Существенно увеличит вероятность появления мини-игр на карте. Блин, мне бы, конечно... Ох, куда, у меня 177 золотых. Уже и вообще ни на что не хватает.
А там, смотрите, еще винтовки, мечи. Что там только нету. Так, цилиндр, кепка, кепка, кепка. Ну, у меня тоже есть. А там еще, смотрите, смотрите, сколько тут шапок всяких. Даже рыцарские шлемы. Одежды тут еще много. Этот в капюшоне стоит, я даже не пойму. Это какой-то вроде как живой шевелится, а выпадает из него как из ящика. Смотрите, я вот так двигаюсь, и у меня жизни восстанавливаются. Оп-оп-оп-оп-оп. Прикольно. А во время игры, во время боя я так тоже могу делать или нет? Ну что же, надо выходить отсюда. И, я не знаю, или двигаться дальше, или идти этого жирного валить. А, я хотел в госпиталь. Чего? Какой опять босс? Вы что, точно босс? Ребят, смотрите. Так. Что он там делает? Какой-то паук. О-о-о, ребята, успокойтесь. Фига он тут из них экспериментов-то наделал. Булавы, мечи вместо рук. Нормально. Так, они еще и сзади поперли. Ядрить их на корень. Так, а суть-то какова здесь? Блин, в огонь на руку. Зачем только прыгнул туда? Ну, если мы даже их раздеребаним всех. А где сам босс-то? Да куда уперся в стенку? Ё-пар-сэ-тэ, что ж ты делаешь-то, а, Рейчик? Тут и так хреново, а ты тут еще в стенке прячешься и в огонь ныряешь. Не могу понять, а где босс-то? Ну, выходят эти зомбари. А босса нет. Хм, в чем прикол? Ладно, давайте их стрелять, пока... Пока не выходят, короче. Так, все, по-моему, их стало меньше, да? Последний, видимо. Добираем монеточки. Нет, ребята, здесь так нельзя делать. Не восстанавливает он жизни. Значит, только в пабе можно. Ясно, будем знать. Не знаю, я сейчас попробовал, нажимал на кнопки. Никакого динамита здесь нету. Да и вряд ли бы динамит стоил 4 золотых. Если бы таковой вообще был бы. Так, иди сюда. Да, смотрите, в сварных масках каких-то. Вместо рук пилы, у кого-то булавы. Вот он тут настряпал себе армию-то, уродов. А сам причем прячется? Это если я так буду... Да хорош, загорелся еще. Это если я так буду каждый раз такую толпу уничтожать для того, чтобы этот хмырь вышел, такими темпами я буду долго его убивать. А точнее, замочит он меня, потому что у меня осталось всего 2,5 сердечка. А эти как лезут неугомонно, так и продолжают лезть. Успокойся там, уже хотел меня сзади схватить, а? Не тут-то было. Так, ну что, здесь вроде поспокойнее, давайте их здесь встречать. Так. Но они усиленные, тут сразу видно. Даже не с первого выстрела погибают. Потому что, видимо, у них броня. Бронявые зомби. О чем я когда-то с вами говорил. И говорил, будут ли здесь усиленные зомби. Вот, пожалуйста, получите, распишитесь. Ну где ты там? Я всех твоих... Так, это что такое? Че, это огонь на меня, что ли, идет? Ё-моё, комната сгорелась. О, угомонись, дядя. Дядя этот, как там, Шнюк? Дядя Шнюк, успокойся. Так. Блин, ну смотрите, у него скорость обалденная просто. Он мне не дает даже оторваться от него. Да успокойся, хорош. С чем там ходит, а? С пилой, с ножами. Чего у него там только нет в руке, а? Но, тем не менее, я у него одну строчку уже жизни снес. Перешел на вторую. Так, да куда ж ты врезался-то? Надо было вокруг стола бегать. Он бы меня, наверное, не достал бы. Хотя, как бегать, когда у него такая скорость? Достал бы он меня. Все, ребят, последнее сердечко. Он не отстает от меня, по-моему, все. Сейчас он меня здесь и сделает, блин. Зомбарей-то, в принципе, не так уж и много. Он больше не при... Че он там выхватил? Пилу, что ли?
точно, пила. У него последняя это. Строчка жизни. Ну, лишь бы не попасться. Лишь бы не попасть на пилу на эту. Ё-моё, он прям по пятам идет. Да, ребята. Все-таки он меня прижучил. Уху-ху-ху-ху. Ладно. Пойдемте заново. Че, тишина, что ли? Да, конечно, тишина. Будет здесь и тишина. И сейчас я, знаете, что подумал, ребят? Сейчас мы здесь. Ну, здесь я всех размажу. И пойдем туда. Только начнем мы с того жирного тухляка. Будем, как говорится, проходить по порядку. И я, в принципе, уверен, что мы его замочим. Так, у меня 164 монеты. Да, мы его должны завалить. Опа-на, еще мини-игра одна. Замечательно, сейчас заодно и денежек немножко соберу. Давайте, подходите, фарш. Подходите, у меня как раз для вас мясорубка включилась. О, красота. Блин, отлично. А пулемет еще, знаете, такой доисторический. Во времена Первой мировой точно такие же были. Крутишь рукоятку, и она стреляет. Это сейчас у нас автоматика. А раньше все так и было. Вы думаете, почему я делаю небольшие перерывчики? А это для того, чтобы не перегрелось у меня орудие. Лучше немножко их к себе подпустить. Все равно пока ящиков целых три слоя. А так, без риска, как говорится, без шума и пыли. Расстреливаю их. Оружие успевает остыть. И получается у нас типа нон-стопа. Так, давайте, давайте, подходите, ребята. Да, жалко, конечно, что монет не так уж и много, как хотелось бы. Все, что ли? Да, быренько мы их расквасили. Ну, ладно. Идем с вами к этому жиртрясу. Где-то... А, ну он, в принципе, уже здесь. Да что ж такое-то? Он недалеко, поэтому... Так, где вы? Где идете? Бумфни. Отлично. Хорошечно, я так сказал. Так, только голову отлетает. Так, курица, опять этот Джейсон здесь. Все, маску мы срубили, начинает психовать. Все, что ли? Как-то я убыренько. Но я, видимо, сзади в затылок ему стрельнул. Пробил ему последний кусок мозга, который еще функционировал. И он отрубился. Так, у меня еще целый сундучок. О, сундучок, целая коробка с деньгами. Будет где-то под 300-350 к концу боя. Нет, не будет у меня 350. Я губишки раскатал. А может быть и будет. Ну что, последняя партия... А, нет, еще выходит. Фу, ребята, булавата, фигня полная. Лучше мачете или нож какой-нибудь. В общем, острое орудие, а не булава. Булава это оглушает и отталкивает. А мачете и ножи рубит и делает их инвалидами. Хотя они уже инвалиды. Но ножик делает их еще круче. Так, ну ладно, красавцы, идите сюда. Так, винтовка снайперская, да? Опа-на. Что, не рад, что ли? Давай, прыгай, иди ко мне. Давай за мной. За мной, сказал. Вот гад, поймал все-таки, а. Было бы, знаете, что еще, ребят, прикольно? Они валяются, от которых вот эти ползунки-то ползут. Без ног, полтела. Подходишь и ногой им черепушки давишь. Вот это самый смак было бы. Давай, 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 давай. Все в кучку кучкуемся. Не отвлекаемся. Так, курочка, иди отсюда. Не нервируй меня, муля. Ну, что я могу сказать? Я могу сказать только одно. У нас все идет пока хорошо и все идет по плану. Добиваем остаточки. Отлично. 444, да? А мне нужно... Так, 2 крону автоматическим оружием. Это мне не надо. У меня не автоматика. Что это за пистолетик, интересно? Ну-ка. Ай, обычный. А это 3 выстрела. Нет, я не знаю. Да, в принципе, какая разница, по большому счету, да? К
какой брать ствол, этот или тот? Все равно они слабенькие. И для чего они, если у тебя в руках дробовик? Ну что, давайте, наверное, отправимся на жирного. Но перед этим я хочу потратить деньги. Не собираюсь я тратить 451 золотую ради какой-нибудь нелепой ошибки. А что я могу взять? Кроме как расчлененки, ничего. Ладно, фиг с ним. Может быть, умудрюсь пробежать мимо как-нибудь? Нет, бежит за мной. Ладно. Это ж босс? Или опять обычный бой? Понятно. Опять обычный бой. Я уже думал, босс меня схватил, поймал, так сказать. Нет, ничего подобного. Ничего такого не произошло. Так, что это за винтовка? Ага, это у нас дробовик. Дробовичок бы я тут с удовольствием бы сейчас бы взял бы. Опять этот пень вылез вот. И сразу ныкается. Как только к нему подходишь, он сразу... Опа! А я в домике типа, да? Не трогайте меня, моя хата с краю. Так, курица докопалась до меня. Не, ну ладно, я понимаю, там вот эти вот курицы-зомби, обычные зомби, Джейсон мертвец. Ну откуда вот этот пенек взялся? Я ума не приложу. Это ж кого надо было укусить, чтобы превратиться вот в такое нечто непонятное. Все, оба лежат, отдыхают на парочку, расслабляются, релаксируют. Так, теперь давайте Джейсона грохнем. Не пойму я, кто с 2-3 выстрелов у него слетает эта маска, и он начинает психовать. Кто палишь в него, палишь, и пофиг ему деньги. Так. Бежит. Опа, кувырок слишком поздно я сделал. Ладно, сейчас он опять выбежит. Так, прыгаем. Опа. Видали, как классненько получилось? Промахнулся он. Да, вот сейчас нет. Но зато я в прыжке, как в матрице прямо. Опа, на отлете. Лобешник ему засандалил. Опа, это что такое? О, вот это красава. Ребята, я наконец-то нашел дробовик. А это был супер дробовик. А что это тут у нас? Цилиндр. При смерти теряется что? При смерти теряется. И не разобрать, что теряется. Остается только гадать. Либо опыт, либо деньги. А вот теперь босс, ребята. Ну, с таким дробашом, я думаю, я его ухоркаю сейчас просто-напросто. Иди сюда, я сказал тебе. Хорош там жрать зомбаре, иди сюда. Нечем мне косточками своим плеваться. Так, ладушки. Пока все на мази. Дробаш очень эффективная вещь. Смотрите, как строчит. Просто прям как с пулемета. Блин, ну он жрет зомбарей, повышает себе жизнь, а, ребят, ну это не дело. Я буду вокруг него, короче, плясать и стрелять. Так, хоть какой-то эффект есть. Блин, на одном уровне стоим и все. Так, ладно, одну полоску я ему снес. Опа-на, он подкрепился. Вот, кстати, и стратегия, ребята. Вокруг него бегаем. Убиваем рядом стоящих зомбарей. Ему не хватает еды. Он начинает шевелиться. Отлично, все понятно. Ну что же. Почти 2 полоски жизни я ему снес. Все, осталось последнее. И я еще причем практически полностью с хпшками. Все, жирный, тебе край, по-моему. И не спасет тебя никто. Ну! Ну! Да, во, отлично. Так, ну что, надо подойти и что-то сделать. Опа-на, нифига я апперкотом-то. Апперкотом ему голову снес. Вот так вот, ребята, а вы думали... Так, подожди, что, ты зомбарь вот еще притулился. Ну что же, в принципе, очень даже простой. А дробаш меня порадовал. С таким дробовиком я, наверное, и паучка того зафигарю. Так, вот, сделаем скрин. Ага, замечательно. Так, ну что, давайте отправляться. Ух ты, 912 у меня золотых. Думаю, сейчас у меня будет 1000. И никто не узнает, что я приобрету за эту 1000. Так, оборотень. Курицы эти.
никчемные. Так. Опять вышел пень. Так, тут уже дофига что-то червей понавылетало. А, ну правильно, я же задел, там сидел я. Гнилобой. Я его тронул, он завонял. Ясно. Чё там, кто орёт, кто? Ага, понятно. На-ка, выкуси. Ну, слава богу, здесь арбузики, жрачка есть, так что не пропадем. Предметы здесь не исчезают, как во многих играх, да? Открыл сундучок, выпало, там, минута проходит, больше нет. А здесь нифига, здесь все на мази. Так, гад, а? Не отстает. Гори ты уже, блин, ну не трать, никак я не могу попасть в него с минута. Да я его так расфигарил. Так, ну давайте, 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 подходите. Это последний, я так понимаю. Все, мы прошли с вами уровень. И я думаю, самое время нам навестить того паучка, который издевается над зомбарями, на которых и так упала нелегкая судьбинушка. Волочить свою никчемную гнилую, даже жизни-то не назвать. О, 1000 у нас, да? Давайте, ребята, супер дробовик. Возьмем его. Не знаю, как это выглядит, как это будет смотреться. Какая серия убийств. Так, вот сейчас мы и протестим. Так, тихо, тихо, уточка. Уточка, ё-моё, уточка уже, блин, курочка. Вау, 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 вау. Фигая, какой шустряга. Всех, всех пришел. Блин, дробаш мне просто... просто нравится вообще. Давно бы мне его, и всем бы тут было бы плохо. Так, тихо. Блин, все-таки нет, нет, показалось, я думал, он меня сбил. Ни шиша, не получилось у него это. Так, смотрите, с двух сторон эти плесневелые пеньки плюются. Опа, вот сейчас он меня подловил, да? Ладно, простительно ему. Так сказать, я ему дал фору. Че, я красный-то? Вроде никаких червей не было. Что-то покраснел. Тихо, 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 тихо. А, ты, ё-моё, подловил он меня. Не вовремя я нажал на кувырок. Давай, давай. Оп, блин, опять. Или подловил. Нет, ничего он меня не подловил, ёлка-палка. Классно сейчас было, да? В полете прям. Чуть-чуть расстрелял, бушки только подлетали. А где Джейсон-то? Я его что, убил, что ли? Как-то даже и не заметил. О, какая-то там кувалда лежит. Надо будет потом посмотреть. Не, дробовик вещь обалденная. Скорострельность. Плюс раз, два, три. Там сколько у него перезарядов, фиг знает. 6, наверное. И все, что ли? Так быренько. Практически прошел на расслабоне. Даже не напрягался, нисколечко. Так, один к урону. Давай-ка возьмем ее. Жирного мы того заколбасили. Теперь нам она не актуальна. Так. Вау, молоточек. Оставлю-ка я себе молоток, наверное, да? Ну что, пойдемте. Где там наш проказник-паучок? Дойти бы до него, а? Так, блин. Он же в госпитале. Ладно. Лишним, как говорится, опыт не бывает. Хотя здесь опыт не дается, здесь даются только деньги. Это, в принципе, и есть наш опыт. Но, как говорится, без драки, без боя денег не получишь. Поэтому нам приходится просто драться, если хотим развиваться. Ну, здесь хотя бы у него пап, а нет, тоже ящиками закрыто. Мне показалось, что там дверь. Нифига подобного. Также забаррикадировался ящиками. Типа зомбари не могут разбить ящики. Ух ты. Вообще, вообще на порядок все быстрее проходится. Ладушки, давайте отсюда выходить. И идем в направление в госпиталю. Так. Ну давайте, родные. Блин, а по-моему я... Понятно. Я попал в обычную драку. Я думал, что мы попали к боссу. Ну нифига, прям перед самым входом, как видите, меня поймала эта горсточка зомбарей. А
А чё я тупил? Надо было репеллент включить. Да ладно, шиш с ним. Просто репеллент включаешь и идешь, и никто тебя не трогает. Пенек, успокойся уже. Так, супер шотган. Вот, вот это другое дело. Просто мясо. Просто мясо. Четко все. Кончился, жаль. Но, тем не менее, повоевать я умудрился им. И довольно неплохо. Это у нас огнемет опять. Ядрить его на корень, а. Самое никчемное, самое дурацкое оружие. Это вот этот огнемет. Так, червяк, гори. Разложился. Так, червяков надо этих подпалить. Тихо, тихо, тихо. Успокойся, Джейсон. Все нормально. Отправляйся обратно на болото. Вот так вот, прямо в башню. Так, тут у нас еще монетки. И тут еще монетки. Так, 300. 361 монета получается. 363. Угу. Ладно, давайте до госпиталя. Думаю, что никаких проблем у нас не будет с ним. Сейчас я, по крайней мере, знаю, как его бить. Я наловчился. И сюда. Химичит там над бедным зомбарем. Ну что ж, давайте, ребятушки, уходите. Раз этот недочеловек так над вами поиздевался, я хоть вам облегчу вашу участь. Ну а потом, конечно же, я его отправлю кое-куда. Они идут, горят, им пофиг на все вообще. Так, давайте, давайте. Покучнее, покучнее. Вот это хорошо. Так, ну они же должны когда-то закончиться, так ведь? Так ведь. Идут, махают своими ручонками, сабельками. Так, а этого здесь нет почему-то. Да, действительно, 6 пуль у меня. 6 патронов, точнее. Так, вот пламя идет. По-моему, сейчас должен выйти зомбарь, насколько я помню. Ой, зомбарь. Босс. Сейчас, типа, все подожгло. Где-то идет, да? Или нет? Ага, он там опять. А, ну да. Это мы первую партию разбили. Сейчас мы убиваем в масках. И потом уже будет сам босс. На мой счет, здесь ничего сложного нету. Главное не застревать в огонь, не нырять. Их близко к себе не подпускать. Вот и вся стратегия. Но от босса нам придется, ребята, как-то прыгать, юлить, уворачиваться. Потому что он, сами видели, не дает даже расслабиться. Быстро бегает. Ну, не зря он паук, шестиногий. А у меня всего две ноги. Так что пока все идет хорошо. Близко они ко мне не подходят. Я держу их на расстоянии. Да, дробовик это, конечно, сила. Блин, единственное, я так и не понял, как сделать двойное убийство. О, вот он вышел, гад. Тихо, тихо, тихо. Отвали. Блин, пока тут мечтал о насущем, он уже выбежал. Скрипач, а. Так, не врезался бы нормально. Смотри, что творит, а. Не дает, просто догоняет меня. Настигает просто-напросто. Так, а. Что у него так? У него, я почти отнял две полоски жизни. Тут главное не расслабляться, держать темп. Сейчас он, по-моему, ага, вот он достал пилу. И теперь удираем от него нафиг. Видите, он меня хочет на эту пилу насадить. Не тут-то было, блин, все равно режет. Ну, блин, осталось-то у него... Сколько там? 5 сердечек. Посмотрите, успеваю даже. 2. Так. Ну. Нет, все, я его добил. Добил я его, ребятушки. Сейчас я его вскрою, что мы будем делать. Ага. Мы его ножом пилой просто-напросто отрубили ему, конечно. Вот и все. Все дела-то. Че мелочиться-то? И мы, кстати, получаем еще дополнительное сердечко.
А это очень замечательно. Нет, дополнительного сердечка не было. Мы просто восстановили себе жизни. Ух ты, пилу-то можно взять, оказывается. Ну, я не знаю, что, ручная, что ли? Знаете, как этот, как и пулемет стрелял, крутил рукоятку. Так, по-моему, и здесь тоже. А это оказывается просто. Просто лежат ионные приборы. Ну что же, давайте теперь посмотрим, что у нас тут. Так, 787. Что мы можем купить? Что нам взять-то такого, а? Сопротивление отбрасыванию. Более быстрое исцеление от перекатов. Потом мы еще можем с вами что тут приобрести? Ну, отрубание головы. Настройка эффектов одежды позволяет вам использовать эффекты различной одежды. Зайдите в эффекты одежды, чтобы изменить активный эффект. Ну, намудрили, короче. Вот это вот изучаем, и все, и нечего нам мозги тут полоскать. Он как раз лежит, чувачок. Это я куда попал-то? Так, берем снайперку. Так, опять ты здесь, а? Как ты меня... И этот здесь. Короче, опять весь сброд у нас вылез. Дайте-ка динамит взорву. Блин, и сам попал. Ладно, шиш с вами. Что-то... А, нет, я думал, его уже грохнул. Что-то уж больно быстро. А, ничего подобного. Так, где отсюда червяк? Это непонятно, кровавое мясо с червями внутри. Так, психанул, да, уже бежит. И этот тоже психанул. Вдвоем, да, бегает. Ладно. Так, а тут еще третий у нас оборотень появился. Чего-то я не вижу никакого, блин, ускоренного исцеления при кувырках, блин. Где? Где оно исцеление-то? Я для чего изучал эти скиллы, блин? Вот так всегда, покупаешь то, чего не знаешь, а когда узнаешь, уже поздно. Ладно. Что куплено, то куплено. Блин, тут главное сейчас... Да хорош, да успокойся ты уже, в самом деле. Надо хоть кого-то из них шибануть. Вдвоем что-то они меня тут одолели. Успокойся. Так, оборотни вроде все, в отключке. Так, теперь этот мне начинает досаждать. Пауки, точнее, эти черви тут еще лазят. Замечательно. Ну что, так, тихо, получилось у меня. Ну, это последняя партия, насколько я вижу. Угомонись. Не, нифига не последняя. Ну, динжа-то я неплохо здесь срубил. Да прыгай ты давай, блин. Такое Г, извините меня, это бензопила, блин. Да ее даже бензопилой не назвать. Ручная дрезина какая-то. В общем, фуфло-фуфло. Надо будет заменить обязательно. Она мне не нравится. Так. Джейсон, он в отключке. Последние зомбики. Замечательно. Так, здесь нам ничего не нужно. Мы собираем монетку. Вот там еще. И идем далее. А куда там, интересно, дальше-то идти? Так, тут какой-то мостик у нас, да, впереди? Мы можем себе что-то позволить купить. А что тут можно купить-то? Ничего. Ага, битва. Мост. И у нас всего два сердечка. О-о-о-о-о! А какого лешего здесь делает босс? Я что-то не понял, ребята. Что за фигня такая? Ну ладно, первого босса, я думаю, мы справимся с ним. Все-таки он первоначальный, так что ничего сложного тут не должно быть. А этот-то еще откуда там взялся? Ё-моё! Ну понятно, они меня сейчас тут вдвоем раскатают. Так, ну одного-то я убил. Дали бы хотя бы после него хп-шек, что ли, или что-нибудь нормального. Так, все, я этих добиваю. Они будут хоть прекращать идти-то или нет? Все, этот рыбзавод ходячий пришел. Блин, у меня последнее сердечко. А что мне? Что заклинило-то? Никуда не может идти ни вправо, ни влево. Точнее, ни вверх, ни вниз. Ага, этот все, вылез. Ну, в принципе, можно. Да уж. Ну ладно, ребята, на этом я буду заканчивать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр, и мы увидимся с вами в следующей серии. Всем до скорого, всем пока.